Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор эмульсиактив Эстер де Цукер. Это необходимый ингредиент в косметических средствах нового поколения, связующее звено в цепочке сложных формул. Эмульсиактив – это продукт растительного происхождения в сочетании жирных кислот и сахара. Агрегатное состояние – брикеты с мелким порошком белого цвета. Тип – самоэмульгирующее масло в воде. Основа стеарат – сахарозы, пальмовое масло, сахарная свекла. Функции эмульсиактива – формирование и удержание эмульсии и слив, сливочной молочной смеси, водной и масляной фазы. Используется в косметической индустрии для производства кремообразных основ, бальзамов, гелей, так как является мягким природным ингредиентом. Эмульгирующий актив обладает рядом свойств, что делает его приоритетным для использования в биокосметике. Эффекты таковы. Гидратирующий эффект очищает, используется для снятия остатков декоративной косметики. Освежающий эффект – омоложение. Профессиональные косметологи используют ингредиент для создания различных текстур с похожими сенсорными профилями. Гелей, масляных и легких жидких кремов, сливочные молочные кремы, молочко, легкий увлажняющий и тяжелый питательный крем. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!